Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Макоев Алан. Добро пожаловать на мой канал, посвященный боевой технике Ашихары Карате. В сегодняшнем выпуске я продемонстрирую вам бросковую технику от удара Маваши Гери Чурдан, или как его еще по-другому называют, Middle Kick. Условно данную технику можно разделить на три фазы. Первая фаза – защита от удара. Становимся в боевую стойку. Партнер начинает атаковать. Наша задача – выполнить первую фазу – это блок. Блок выполняем разгибанием предплечья, то есть наше плечо и наше предплечье защищает наш корпус. Вот таким вот образом. Вторая фаза – контроль своего оппонента. Контроль выполняем свободной рукой. То есть в данном случае, когда партнер нас атакует правой ногой, защиту мы выполняем левой, правой рукой мы выполняем контроль. И третья фаза – непосредственно сам бросок. Правой ногой моя задача – выбить опорную ногу. С дальнейшим контролем, добиванием. Далее, также поэтапно, мы выполняем бросок уже на другую сторону. Защита, контроль и бросочек, дальнейшее добивание. Ус. Немного отработав данный бросок, просим своего партнера атаковать уже попеременно правой и левой ногой. И вы выполняете бросочек на каждое его действие. Данная техника адаптивна абсолютно ко всем видам единоборств. Спасибо за внимание, увидимся в следующем выпуске. Ос! Если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующем выпуске.